День защиты детей продолжают отмечать в округе. В семейном центре помощи семье и детям Пушкинский придумали праздничную программу. Подростки подготовили песни, танцы, рассказывали стихи. 1 числа у нас дети выезжали в Мытищи, в парк Мира. Была очень интересная программа, аттракционы, много мороженого. А сегодня мы в центре 2 июня проводим такой праздник для наших ребят. Проводим в таком формате, где... С нами в этот праздник наши друзья. А друзей у центра много. Это волонтеры, представители местного отделения партии «Единая Россия», МВД «Пушкинская», Совет ветеранов, представители организации «Боевое братство». Все они приехали, чтобы поздравить ребят с праздником. Вообще мы постоянно, каждый год, не один раз, а несколько раз приезжаем в данный центр. Поздравляем детей. Детишки нам устраивают концерт. Мы дарим им подарки. То же самое сегодня от руководства, от ветеранов нашего управления и действующих сотрудников органов внутренних дел Пушкинская. Приехали поздравить ребят. Постоянно перед приездом сотрудники муниципального управления Министерства внутренних дел России Пушкинская уточняют, что необходимо центру. Так в этот раз ребятам привезли телевизор и музыкальный центр. Сладкие подарки уже традиция. Частые гости центра и представители бизнес-клуба «Терра». В нем есть направление «Благодарю», в рамках которого члены клуба оказывают помощь. Тем более, что у нас был недавно праздник, День защиты детей, и мы решили приурочить этот приезд к этому празднику. Приехать, поддержать, побыть на концерте, посмотреть, что организовали дети. Привезли много всего вкусного, пообщаться, поиграть. Для нас это очень важно. Бизнес-клуб организовал мастер-класс по рисованию и пригласил представителей арт-центра «Дом ангелов». Они тоже подготовили мастер-класс. На сегодняшний день в семейном центре есть 14 детей. Этот праздник стал для них радостным событием с массой положительных эмоций и подарков. Мария Лихобабенко, Владимир Овсяников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.